Они внешне очень похожи друг на друга. Ну, сейчас мы срежем и тогда уже определим. Ага. Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня с вами прогуляемся за грибочками. Ну, начнем, естественно, с Перевального. А это я уже переехал в Заречное, но изначально я был в Перевальном, решил прогуляться и посмотреть, что там есть. Ночью был снова небольшой дождик. Будем надеяться, что я все-таки что-то найду. Ну, вы, конечно же, не забывайте, друзья, подписываться на мой канал. И теперь перейдем к прогулочке. А вот, друзья, я и приехал в Перевальное. Здесь, конечно же, места шикарные. Среди гор, виды богатенные. И, наверное, поэтому здесь выпилили старый фруктовый сад. Груши, яблоки здесь росли. Видите, пенечечки. И вот так вот по всей территории они уже начали выпиливать это все. Ну, я думаю, что, скорее всего, что это будет под застройку. Кто-то уже присмотрел себе это местечко и будет застраивать. Все-таки здесь свежий воздух, красота. Застроят домики и продавать будут. Вон горы веток выпиленных. Так что, если я здесь и хотел поискать грибочки, то уже их, наверное, в следующем году сюда можно и не приезжать. Кстати, прошел дождь, я здесь по леску прогулялся, вдоль вот этой речечки прошелся. Ну, лес уже, по крайней мере, зеленый и красивый стал. Ну, грибов я еще здесь не нашел. Ну, ничего, прогуляюсь, если вдруг что-то найду, будет хорошо. Вдоль этой речки можно прийти на Долгоруковскую Ейлу. Буквально часик пройтись по вот этой тропе, и можно туда наверх попасть. Но я туда сегодня не пойду. Я останусь здесь. Как и везде у нас красота, цветочки. Ну что, друзья, я вот переехал с Перевального уже в Заречное. Я координаты вам уже оставлял этого поля, где можно поискать. Думаю, не возвращаться же домой без грибов. Опа! И вот они. О, а это у нас это не синеножка. Это у нас меланолеука. А здесь, сейчас посмотрим, что у нас еще есть. Синеножечки, друзья, вот они. А может быть и нет. Они внешне очень похожи друг на друга. Но сейчас мы срежем и тогда уже определим. Ага. Это у нас не синеножка. Вот так вот выглядит. Очень крупная такая, хорошая. Без живности. Но бывает и с живностью. Значит, посмотрим, что у нас еще есть. Здесь еще три штучки спряталось. Хороших, красивых, прямо в самых колючках. Да, это у нас меланолеука сейчас идет здесь. Синеножек еще пока нет. Несколько штучек я и нашел. Как говорится, до картошки пойдет. Место, в принципе, это меня практически никогда не подводит. Так что грибочки все-таки еще есть. Во. И под ними спрятался еще один маленький грибочек. Тоже заберем. Хорошие, молодые. В прошлый раз, когда я здесь был, их здесь не было. Рядочек-то продолжается. Видите, они здесь маленькие и чуть крупнее. Отлично, заехал уже не зря. Конечно же, не может меня не радовать. Еще с этой грядочки еще 4 штучки.
Так, сейчас мы их в ведерко отправим. Нашел я здесь, скорее всего, синеножку. Это я, наверное, в прошлый раз их не нашел. А здесь вот есть несколько штучек. Хороший, друзья. Не старый, как вы видите. Добротный гриб. Забираем. Так, смотрим следующий. Ну, это урожай, конечно, друзья, прошлого раза, не этого. Потому что этот нам не пригодился. Ну, еще два ведерка подбавлю. Красота. Так, друзья, рядочек у нас еще не заканчивается. Это уже такие вообще добротные должны быть. Два штуки вместе прям. Ой, молодежь какая, а. Вот это пойдет. У нас сегодня еще синеножечка подбавилась. Хорошая. Так. Еще один на свет. Сейчас мы его просмотрим. Красота. Так, продолжаем ходить по этому прекрасному полю. И мы даже не отходя, смотрите-ка, здесь еще один. Видите, прячутся они в высокой траве. Так, хороший. О, здесь еще продолжается. Вы только гляньте. Еще один. О, там и не один. Давайте поищем еще. Сначала поищем, а потом пособираем. Так, красавчик. Так, смотрите-ка, здесь идет хороший. О, ребята, вот это грядка. Так, приступим. Все, ребятки, я же говорю, это поле меня, в принципе, никогда не подводит. О, вообще молодой, хороший, аж белый такой, какой он. Прекрасный. Так, смотрим дальше. У нас рядок тянется. Так, так, он даже не то, что рядок, а получается, как кольцо идет. Во, я там еще вижу в кустах. Сейчас туда пойдем тоже. Эти заберем. Пойдет такой. Ничего себе. Этот еще один. Это у нас уже, друзья, крупные особи. Но, как мы с вами видим, они годятся. Потому что, когда он старый, он такой водянистый становится. Этот еще хороший. Когда они старые, их лучше не брать. В такое состояние еще очень хороший считается гриб. Так, друзья, сейчас я вдалеке увидел. В самом шиповнике. Ну, там какой-то громадный. Там еще один. Так. Ладно, наверное, пойду срежу, а потом вам покажу. Там кучка, вон кучка. И вот, я все-таки достал их с кустов. Как кольцом они рядом, они здесь растут. Вы посмотрите теперь, какая особь. Что самое интересное, я таких здоровых никогда не встречал. Запах хороший, молодого гриба. Когда старый, он плохой, но вот это шикарный. По ножке даже видно, что он хороший. Ну и второй был чуть помельче. Вот такой вот. Но это все, друзья, у нас синеножки с прошлых дождей. После этих двух дождей, что были, грибы еще не полезли. Или, может, уже не полезут. Это неизвестно. Ну, вот такая вот у меня сегодня просто удачка. А вот теперь давайте и посмотрим все-таки мой общий результат. А общий результат у меня все-таки ведерко грибов есть. В основном вся синеножка. Ну, немного меланулеуки, но ее было совсем чуть-чуть. В основном синеножка. Я, конечно же, доволен. Ветер начинается.
Грибов все-таки немного я и набрал. Ну что, друзья, немного все-таки грибов есть. Погодка стала ветреная, ветер что-то дует. Думаю, пора уезжать. Ведерко есть, на этом и хватит. Так что, друзья, всем добра и мира. Не забывайте подписываться на мой канал. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!